Доброго времени суток, друзья. Сегодня я снимаю передачу «Биосфера», и тема передачи – это мой небольшой участок, где я снимаю птиц и растения, и тут разные, все, что связано с природой. Почему я выбрал этот участок в свое время? Потому что здесь присутствует все. То есть и болотца со старицами. Сейчас вот весна, конец апреля. Старицы наполнились водой. Ну, то есть они наполнены. И в них уже прилетели две курочки-камышницы. Но их очень сложно снять, потому что они, ну, скрытые, скрытно, очень ведут такой скрытный образ жизни. Вот. Летает воракушка, вороны, плюс рядом, буквально тут в паре сотни метров, речка. И вот это все на фоне, ну, как бы, как объяснить так, все это совмещено с благоустройством. То есть мы стоим по факту в городе почти, ну, рядом почти с центром города, и тут отличная асфальтовая парковка, все есть. Интересно, короче, такое интересное место. Вроде с одной стороны это город, с другой стороны это глухое такое место, где мало ходит людей. В основном приезжают летом пляжники, то есть люди, которые любят на пляже позагорать, отдыхающие. Но сейчас холодно, то есть на росе небольшой иней. И мы пройдем по участку и посмотрим, как птицы просыпаются и что мы можем здесь услышать вообще. Вот, вот такой вот сегодня момент. Вот сам участок, где я снимаю птиц, он представляет собой вот такую небольшую территорию, где северный Донец, вот ледовая арена, и вокруг нее сделан или оставлен, я не знаю, парк. Старожилы говорили, что здесь раньше была, ну, такая болотистая местность. Вот, все равно построили, заасфальтировали. Это то, что касается людей. Вот я вот так покажу. Вот туда въезд и большая такая здоровенная парковочка для муниципального пляжа и для вот арены, для стадиона. Значит, теперь то, что касается птиц. Вот, вот этот участок, вот он. Здесь много чего, как объяснить, здесь много чего есть, и прежде всего вот на той стороне есть болотце, вот это вот то, что я сейчас снимаю. Солнце встает, и каждое утро мы слышим песни птиц. Предлагаю вам тоже послушать вместе со мной. В этом году вот, усложнились у меня съемки, потому что воракушка переместился вот с тех веток, вот оттуда, вот с тех веток, он переместился вовнутрь. Вот здесь вот внутри, вот в этом месте, в прошлом году я снимал болотную черепаху и курочек-камышниц.
и воракушку здесь снимал. Но вот в этом сегодня, вот на сегодняшний день, только курочки вернулись, а воракушка переместился вовнутрь. Вот. Сейчас пойдем дальше, посмотрим. Вот это гугусит лесной голубь. Кольчатая горлица. Вот. Солнце встает. Раздаются совершенно разные звуки. Пойдем в сторону пляжа. Вот в этом болотце, как бы оно ни выглядело, здесь водится. Или водилась в прошлом году, как бы оно неприглядно и грязно не выглядело. Здесь тоже водятся разные существа. Надо посмотреть как-то сейчас. Сейчас я не буду. О! Вот этот звук, вот эта песня интенсивная, это и есть воракушка. Он где-то рядом, но я его искать не буду. Причем это новый воракушка, он поет так интересно. Вот он, голубчик. Вот. Вы просто ходите по парку. Просто время 6 утра. Вы ходите по парку и можете посмотреть. Меня он не боится, где-то, ну, совершенно близко, вот 5 метров. Ну, вы ходите по парку и можете спокойно. Вот. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что там. Вот, мы входим на территорию городского пляжа. Он раскинулся с двух сторон, то есть это мы сейчас на одном берегу, а на другом, если посмотреть туда дальше, если дальше посмотреть, он туда
там другая сторона, другой берег, и там тоже он благоустроенный, со спортивным таким уклоном, физкультурным. Очень красивый такой, ухоженный, несмотря на свои маленькие размеры. Искусственный ландшафт применен. Вот. Тут красивые вещи. Вот. Будка спасателей. Вот такой вот маленький участок, но он красивый. И вы по нему ходите и ищете то, что вам интересно. Может, парковку нас слегка затопило. В этом году у нас коммунальщики стали пилить сильно тут старые деревья, про которые я рассказывал. И весь пернатый мир, вот эти все существа, они все сменили свое место, гнездовье и там локацию, все они сменили. Сейчас пройдем дальше. Видно, что вот по порезанной верхушке деревьев. И это не, ну, с одной стороны, оно красиво, но с другой стороны, там были гнезда. То есть жили разные там птички. Сейчас этих птичек куда-то они уже делись. Вот, ну. Река Северский Донец, бушуют все чайки, у них тоже брачный период. Снимать их можно бесконечно. Вот. Чтобы были вот такие красивые деревья, ну, в стиле, там, не знаю, сафари, вот. Работники парка вырезают, формируют кроны и вот вырезают старые деревья высохшие. Но дело в том, что для природы вот эти дупла всякие старые, сухие, и внизу вот водичка, это все очень хорошее место для для размножения и жизни. Такие вот живописные лужи